друзья. Ну, возможно, вы меня не знаете, но я знаю себя уже некоторое время. Или вы, вероятно, знаете себя. Ты не можешь задавать вопросы. Тебе уже давно пора спать. Так что лучше иди спать. И не открывай глаза до сегодняшнего утра. И притворись здесь, что ничего нет. Иди спать, мой друг. Это верно.